готовить самый вкусный, самый сочный, вот такой вот мягенький шашлык из баранины. Для этого нам нужна такая вот молодая баранина, лук, такие большие три луковицы. Нужен будет перец, соль. Здесь у нас базилик, райхон. Это по желанию. И нужна будет минералочка. Сейчас будем все это дело мариновать. Так, первым делом вот так вот мелко шинкуем лучок. Можно вот такими перьями, можно полукольцами, разницы нет. Таким вот образом шинкуем лук. Ничего сложного здесь нет. Делим пополам. И вот так вот шинкуем. Так вот, друзья мои, нашинковали лучок. Добавляем сюда, не стесняясь, вот такое количество соли. Крупной, можно еще чуть-чуть. Все, и начинаем вот этот лук жамкать. Хорошенечко, чтобы он пустил сок. Вот так вот прям. Так нормально он, как он пускает сок. Вот этот сок нам нужен для маринования баранины. Так вот, потом начинаем добавлять наше мясо прекрасное. И вот так вот перемешивать, ребятки, с лучком. Сейчас еще нужно будет добавить перчик черного. Так, что имеем в итоге? Здесь у нас такая вот прекрасная нежнейшая баранина. Репчатый лук, соль и черный перец. Вот. Я хотел добавить базилика райхана, но остальные едоки сказали, давайте без приправ, чтобы был чистый вкус мяса. Вот. Поэтому вот на этом и остановимся. Добавим сюда сейчас немного минералочки. Так, ребятки, да решил еще немного добавить подсолнечного масла. Буквально здесь грамм 50. Чтобы перчик, соль и лучок так правильно распределились по мясу. Я сюда уже минералочки добавил, где-то в районе 200 грамм плюс-минус. Сейчас хорошенько все это вот так вот перемешиваем. Я уже перемешал тщательно вот так вот каждый кусочек. На каждый кусочек можно было сделать массажик хорошенечко. Сейчас все это дело оставляем вот таким вот образом мариноваться. И пойдем пока готовить угли. В итоге вот такое количество получилось шашлыка. Здесь еще будут у нас баклажанчики с кабачками. Сейчас замаринуем. Сделаем, так сказать, овощи-гриль. Так, вот пока мясо у нас здесь маринуется, нужно сейчас подготовить, на чем будем жарить. Решеточки. Шампуры. Так, надо будет взять уголь. Сейчас с углем разобраться. Так, вот, ребятки, смотрите, разложили угли. Сейчас все это сверху польем. Вот таким чудесным раствором. Это не розжиг. Это натуральный продукт. Это головы. Кто занимается виноделием или самогоноварением, понимает, что это такое. Такое количество будет вполне достаточно. Это головы. Градусов, наверное, там под 90 плюс-минус. Так, давайте разжигать уже. Опа. Так, вот так сперва разожгли. Разжигаем бумагу и бросаем туда. О, хорошо, как горит головы. Так, вот наши угли разгораются. Чуть-чуть сделаем термическую обработку решеток. Немного почистим их. И начнем жарить уже наши прекрасные шашлыки из баранины и овощи. Так, так как я люблю очень сильно, являюсь большим любителем базилика, я сделал такую смазку, или как ее называют. Короче, здесь вот этот базилик.
растительное масло. Чуть-чуть добавил сюда еще перчика. И некоторые кусочки, которые сам буду есть, буду обмазывать при жарке. Вот, так как люблю, очень сильно люблю этот базилик. Вот пока идет процесс, решили чуть-чуть попить чудесной водички. За здравие. Вот лайфхак, чтобы мясо не подгорало. Сыпем соль на угли. В первую очередь будем жарить овощи, баклажанчики, кабачки идут следом. Пока угли очень сильные, жаркие, сперва жарим овощи, делаем гриль, там мясо. Вот, расставляем наше мясико на решеточку. Вот таким вот образом лишний лук убираем, потому что лук начнет гореть. Вот таким вот образом, ребятки. Вот так, замечательно будет. Так, кабачки готовы уже, можно снимать. Баклажанчики уже вот пожарили, готовы. Кабачки тоже все готовы, можно снимать. Все, сейчас займемся мясом. Еще вот помидорчики здесь жарятся. Сейчас еще чуть-чуть их подержим. Че? Тоже снимем. Все, вот угли у нас готовы. Жарки шашлыка, они немного покрылись уже седлиной. Сейчас я их просто распротрошил, освежил. Вот, сейчас ставим решеточки. Можно так поставить. Наоборот. Так. Так, одну решеточку. И вот таким вот образом вторую решеточку. И посередине можно поставить шампур еще. Все будет все по красоте. Лайна нормальная. Сейчас чуть-чуть раскочегарим угли, дадим жару. Барашек молодой, сочный, восточный будет. Вот, готовятся у нас шашлычки. Вот здесь у нас базилик, масло и перец. Вот эти кусочки для себя вот так вот обмазываю. Так как я большой любитель базилика. Вот так вот. Жарим шашлычки. Все, шашлычки у нас уже готовы. Надо уже снимать. Смотрите, ребятки. Какая здесь красота. Баранинка. Все это снимаем. Вот эти остатки овощи ставим. Дожариваться пока. Вот это уже все готово. Вот такие у нас прекрасные шашлычки получились в итоге. Такие очень мягенько, сочно, вкусно. Сочно-восточно. Вот. Очень хороший шашлык. Вот какой.
Вот какой. Вот такой вот шашлычок получился в итоге у нас, ребятки, смотрите. Вот такой вот шашлычок. Нежный, вкусный. Сочный. Губами можно кушать. Мягкий. Готовьте по такому рецепту. Будет просто бомбические ребятки. Шепну шашлык. Овощи, гриль. Шашлычок. Азаматик. Вкусно? Вкусно, Дима. Молодец.